Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Точка зору депутата». І сьогодні гість в студії Михайло Соколов, перший заступник голови Миколаївської обласної ради. Доброго вечора, ми раді вітати вас. Добрий вечір, студія, добрий вечір. Я хочу наголосити на тому, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-42, періодично цей номер з'являтиметься на екранах. Тож, якщо у вас виникнуть якісь запитання до нашого гостя, телефонуйте, ми будемо на них відповідати. Пане Михайло, така найбільш актуальна на сьогодні проблема, про яку говорять не лише в Миколаївській області, в цілому по Україні, це проблема, це захворювання, африканська чума свиней. Начебто вона дійшла вже і до Миколаєва, найближче до Миколаєва населені пункти Мішково-Погорілова, вже начебто там знайшли тварин з захворюванням. Йдеться про те, що в Миколаєві будуть знищувати бродячих тварин. Наскільки і начебто ця проблема набула такого широкого розголосу і поширення, тому що певний час в Новій Одесі про це замовчували, про те, що є хворі тварини. Ваша реакція і ваше ставлення до того, як сьогодні ця проблема вирішується в області? Тому що вже кілька районів потерпає від. Зараз в соціальних сетях дуже популярне відео, як в Вітовському районі, в бувшому Жовтневому районі, дикі свині, где-то рядом з містами проживання людей, чим-то питаються на якихось мусорках, свалках і так далі. І я вспоминаю епізоди, коли я наблюдав точно таку ж картину, може бути, навіть ті ж свині були, в Оврадівці, накануні виборів, чуть більше року назад, в 2015 году. І я так предполагаю тепер, что, наверное, представители органов государственной власти, областной совет, например, городской совет, это представительская власть, а исполком или облгосадминистрация, или райгосадминистрации, это оперативный орган исполнительной государственной власти. Они, наверное, понимали, знали, но по каким-то причинам умалчивали, не афишировали, скрывали, возможно, данную информацию. И мне видится, что в этом есть две проблемы. Проблема номер один – это коммерческий интерес сельхозпроизводителей, успеть собрать урожай юридически вне карантинный период, успеть его экспортировать, переработать, отгрузить в юридически не карантинный период, хотя на самом деле такие животные могли контактировать с зерновыми культурами, и даже питаться ими, там, не дай бог, заразу эту дальше передать. По миру или в Украине. Это первый интерес, коммерческий. Вторая проблема – это разбалансированность власти, отсутствие власти фактически. Мы сегодня столкнулись с ситуацией, что олигархи, народные депутаты, проплатив мощнейшую пиар-кампанию по поводу там, якобы каких-то коррупционных скандалов, хотя до сих пор никто ни одного доллара не видел, который кому-то кто-то передал. Только слышно, что в багажник кому-то что-то дали, там кто-то якобы удирал. Но купюры так и не были разложены. Неизвестно, были эти доллары или нет. С поличным никто не был взят и так далее. Явно осуществлялась борьба за власть. Прогнозировали политологи, что это все делается ради того, чтобы поменять губернатора. После этих скандальных событий губернатора сняли. И борьба за губернатора продолжается. Майдан, вы помните, стоял и так далее. Сегодня так получается, что вопросы стихийных бедствий, вопросы карантинов, вопросы подготовки к отопительным сезонам, вопросы признания дорог такими, которые являются на грани чрезвычайного положения, вопросы мобилизации населения и гражданская защита населения, которая сегодня из-за заявлений Путина стала еще более актуальной, они все лежат на исполнительной ветви власти. На человеке, который президентом назначен губернатором, я надеюсь, в дальнейшем мы будем избирать этих людей. Мы будем избирать губернаторов или префектов прямым голосованием, как это записано в Конституции. Потому что источником власти в Украине является не президент, а является народ Украины. И мы, избрав президента, мы же с ним не договаривались, не голосовали, что фамилия губернатора будет такая, такая или такая, или он их 5 раз за период своей каденции поменяет, как это Кучма делал там, и Янукович тоже и так далее. Поэтому я считаю, что проблема в первую очередь разбалансированность вертикали государственной власти и даже ее отсутствие в полной мере в нашей Николаевской области.
Поэтому мы наблюдаем продолжение этого бедствия уже на протяжении года. И я так понимаю, что, наверное, нет гарантии, что животные дикие и домашние не страдали этим заболеванием в период с в Радивке 15 года по Новоодесский район и там, не дай бог, сейчас Жовневый район и так далее, 16 года. Мне кажется, что только вертикаль, только ответственность, которую, кстати, никто у нас из губернаторов не понес ни одного раза, ни за какие действия. Вот убрали, например, последнего там или до этого убирали, и все прекрасно себя чувствуют. Замечательные, на море загорающие люди, хорошо выглядящие, но это же ненормально. Если за что-то президент принял решение, или народ Украины, как это было с предыдущим президентом, сказать спасибо, мы не доверяем этой власти, но должна наступить ответственность, но ее нету. Вот. Отсюда, конечно же, чиновники на более низком уровне понимают, что если ответственность не наступает по отношению к их предшественникам, то можно скрыть чуму, другие преступления, не обращать внимания, ходить на работу через раз и так далее, и так далее, и так далее. Ну, одно дело ходить на работу через раз, а другое дело чума, это же все-таки... Смотрите, вот именно в Новоодесском районе наши коллеги по коалиции демократических сил Украинское объединение патриотов бьют в колокола. Именно руководитель Новоодесского района, который еще от партии регионов, еще с тех времен достался по наследству, это человек, по поводу которого... Просто целый ряд уголовных дел недорасследованных. Это человек, который большую часть своего времени находится, укрывается под больничными какими-то и так далее, и так далее. Поэтому для меня, например, как для управленца, совершенно очевидно, что если у нас в области какие-то проблемы могут возникнуть неожиданные, то они начнутся с того района, который не управляется, а это Новоодесский район. И я не хочу сейчас заострять внимание на фамилии, но эта проблема есть и существует. Она звучит давно в области. Ну, видимо, он устраивает всех, раз он остается. Я не думаю. Целый ряд народных депутатов действующих говорят о том, что и при мне даже бывший губернатор громко заявлял о том, что будет ходатайствовать о его отстранении. Но пока это не произошло. Видите, борьба за само губернаторское кресло, видимо, отвлекла и так далее. Поэтому я уверен, что эти беды мы должны вместе преодолеть, объединившись. И я уверен, что они нас наконец-то научат ответственности, более четкому государственному управлению. И наша область имеет еще целый ряд как преимуществ, так и недостатков. Она отличается существенно от других областей, от даже юго-восточных областей, от Одесской, Херсонской, Запорожской и так далее. Вот. Я бы, если вы позволите сейчас, не буду продолжать эту тему, но если будут еще какие-то вопросы и коснуться этого, я бы осветил вот особенности Николаевской области. Хорошо, давайте поговорим об особенностях Николаевской области, но вот буквально через несколько минут, потому что вы несколько раз повторили, борьба за губернаторское кресло. Вроде как уже объявлен конкурс на эту должность, и ну вот ваши прогнозы, может, человека, который... давно в этой сфере. Кто может стать губернатором, кто имеет шансы, кого бы вы, например, хотели видеть? Я бы хотел видеть николаевца, патриота, созидателя, который имеет за своими плечами созданные и реализованные проекты, программы с новыми рабочими местами, с понятной уплатой налогов там, или с какими-то достижениями в области госуправления. Вот я бы такого хотел видеть. И для меня не важно. Я уверен, что есть. Вы посмотрите, как много у нас в области создано предприятий достаточно современных, прогрессивных, европейского уровня. И мне кажется, что такие люди могут найтись. Но я не верю, что такой человек в чистом виде придет к нам в область. Объясню просто почему. Почему? Потому что сегодня монополия на власть принадлежит одной политической силе. Ситуация очень похожа на период правления Януковича. Был Янукович от партии регионов, и Азаров у него был от партии регионов. Сегодня Порошенко от блока Петра Порошенко, его же фамилии. И сегодня губернатор от партии, я прошу прощения, премьер-министр Гройсман от блока Петра Порошенко. И так далее, аналогии можно бесконечно продолжать. Сегодня человек, который не имеет партийной привязки к этой политической силе, он как бы не имеет шансов конкурировать, даже если он в соответствии с законом новым о... госслужбе
владеет прекрасно одним из европейских языков, вильно владеет державной мовою, имеет более там 5 лет стаж управления и так далее, но если он к этой политической силе не имеет отношения, ну давайте не тешить себя иллюзиями. Я после того, когда официальные лица, одни из первых лиц Украины, заявили о том, что конкурс уже объявлен, я, будучи на работе с компьютера, через день просто заглядывал ради статистики, чтобы посмотреть, это же прозрачный, открытый процесс. Мы же, простые люди, должны видеть, знать, что происходит, кто придет руководителем. И заходил на сайт администрации президента. К сожалению, не видел вообще ни одного слова об этом. И наконец-то я сейчас прочитал объявление буквально пару дней назад, хотя заявлено было там уже с месяц назад. Я прочитал о том, что там такая-то, 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 и Николаевская область, все, объявлен конкурс. И точка, кто подается, какого числа дедлайн, черта окончания подачи и прочее, ничего не понятно. Почему? Потому что политически решается вопрос, непрозрачно, очевидно решается вопрос. И, наверное, решается исключительно единичными лицами, которых мы видим по телевидению, в том числе в этой студии и в студиях национальных телеканалов, которые имеют партийную привязку определенную. Ну, всплывает очень часто фамилия Савченко, варяг для области получается. Ну, как вы считаете, мог бы этот человек быть эффективным управленцем здесь? Я не хочу поддерживать слухи. Я ни на одном официальном источнике об Алексее Савченко ничего не читал в этой привязке. Вот. И как-то так обратил внимание, только в интернете появилась его фотография в каком-то захолустном дворе вместе с губернатором, вместе с прокурором Николаевской области новым. Вот. Видимо, кто-то из этого сделал. Может, они старые друзья, может, это фотомонтаж. Может, они фотографировались задолго до того, как этот человек из Львова приехал в Николаев. Я не знаю. Вот. Но я бы не хотел из этого делать выводы. Я думаю, что человек, который добровольцем пошел на фронт, воевал, он уже имеет больше морально прав, морально имеет больше прав представлять общество, представлять страну, государство, интересы людей и так далее. Но это не говорит этот человек, его управленческих качествах. Этот человек может просто путать, как говорится, районы, улицы и недопонимать, что Николаеву нужно возрождаться как кораблестроительной столицей нашего региона, не только Украины, а вообще значит, данных морских путей, речных путей. Что Николаев – это столица сельского хозяйства, в которой не развита переработка сельхозпродукции, а только налажен экспорт. Мы все смеемся с Россией о том, что они добывают газ, нефть, ее экспортируют, не делают из нее полихлорвинил, европейского качества, топливо. Это же надбавочная стоимость. Это же дополнительная валютная выручка для государства. Мы точно так же соревнуемся в сборе урожая с каждого гектара и в экспорте этого урожая. Это примитив, это вчерашний день. Можно вырабатывать из кукурузной культуры топливо, готовый углеводород. Так делают в Америке, в Бразилии. Таким образом, импорт нефтепродуктов превратился в экспорт нефтепродуктов. Они раньше были, как и мы, зависимы от нефти и газа, а сегодня они экспортируют за счет переработки кукурузы. Также зерно обыкновенное, из которого мы привыкли только делать муку, хлеб, экспортировать в виде сырья зерна, оно при глубинной переработке превращается в 10 экспортно-пригодных commodities, это биржевых товаров, которые потребляют фармакология, косметология, фармакология и так далее, пищевая промышленность, для растениеводства и так далее, и так далее. Мы пока не имеем ни одного такого предприятия. Николаевская область может стать лидером, может стать первой, потому что у нас урожай на гектар наибольший, потому что именно отсюда фашисты вывозили чернозем, потому что он самый лучший. До сих пор терриконы находятся. И, наверное, во время оккупации германской Украины они же не вывозили бы худшие земли, вывозили бы лучшие. Я из этого тоже делаю выводы определенные. Но в Германии есть глубокая переработка сельхозпродукции, а у нас ее почти нету. Чумак нам хороший пример подал. Сандора и все. И то Сандора частично работает не на наших сырье, а на сырье, которое экспортируется, импортируется. Там апельсины, бананы и так далее, и так далее. Поэтому я уверен, что Николаевская область недолюбленная,
Ее надо любить больше нам всем вместе. Я уверен, что Николаевская область может стать передовой лидером. Я уверен, что эти отрасли нас могут в новом качестве открыть миру, в том числе и Украине. Я уверен, что если мы, например, Коблевское производство очень попросим и администрацию налоговой Украины попросим вернуть нам этого налогоплательщика, пусть он платит ровно столько же налогов, сколько платит. Но учитывая, что основные виноградники на Николаевщине находятся, рабочие места на Николаевщине, розлив и первичное, вторичное виноделие на Николаевщине, почему акциз уплачивается в Одессе? Я не могу понять. Акциз производства должен уплачиваться, как и до периода Януковича, в Николаеве. Это даст нам возможность развивать область. Не попрошайничать перед Кабмином. Дайте нам деньги на дороги. Тратить их самим. Не попрошайничать по восстановлению школ, социальной сферы, бассейны у нас частично не функционируют как плавательные, а те, которые работают, мы олимпийских чемпионов готовим. И на каждой дорожке по 15 человек плывет с 7 утра и допоздна, до вечера. Поэтому все это зависит от бюджета, который систематически, методично уходил то ли в офисы крупных плательщиков в Киев, то ли канальные сборы, портовые сборы уходили из Николаевской области, и мы не собираем, и, к сожалению, не являемся финансовым государственным субъектом, который получает эти надходжения. И точно так же акцизные сборы почему-то самых крупных николаевских производителей платятся в соседней области или в Киеве и так далее. Хорошо, но акциз не... это наш налог. Ну хорошо, но это же не вчера началось. Почему? Смотрите, И собственно, а как попросить, чтобы вернуть налогоплательщикам область? Я хочу сказать, что это вопрос государственный, это вопрос управленческий, точно такой же, как борьба с африканской чумой. Просто нужно этим заниматься. Очевидно, во времена Януковича был фактически тоталитарный режим. Все принимали решения 1, 2, 3 человека в стране. И мне было выгодно, чтобы какие-то депутаты, какой-то Николаевской областной там, или городской рады распоряжались акцизом Коблевским. Им было выгодно самим распоряжаться. Поэтому он был забран у нас как налог. И очень жаль, что со времен революции никто из наших управленцев областного масштаба или представителей в депутатском корпусе в Киеве не озадачился этими проблемами. Но настала пора, я думаю, мы займемся, и сейчас на этом пути находимся. Не только привлечение инвестиций, не только возврат полномочий в областной совет, которые передавались только методично с 90-х годов. Областной совет сегодня имеет только стулья, карандаши, даже не в состоянии сформировать бюджет области. Было нашими предшественниками делегировано полномочия по формированию бюджета облгосадминистрации, а облсовет выступал как молчаливый статист из-под плетки Карабаса-Барабаса, губернатора очередного. Поэтому мы сегодня этот статус-кво восстанавливаем. Мы сегодня... Готовится законопроект, в этом принимает участие общественность в том числе. Я прошу прощения, у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Галина. Меня интересует вопрос судьба нашего аэропорта. Мы знаем, что в следующем году у нас в Украине будет Евровидение. И есть такой момент, что Николаевский аэропорт мог бы быть запасным аэропортом. Что-нибудь делается в этом направлении? Или все, никак еще его не поделите? Спасибо, Галина, за вопрос. Я, с вашего позволения, отвечу на него. Николаевский международный аэропорт сегодня, наконец-то, впервые за 3 года издал указ о восстановлении сертификации, государственной сертификации на возобновление полетов. Сделана проектно-сметная документация, выполняются работы, которые могут быть сделаны силами работников аэропорта по удовлетворению сертификационных требований. Также, если вы зайдете на сайт облсовета, вы увидите о том, что мы на языке Евросоюза, на державной мове обратились ко всем потенциальным инвесторам, потому что нам невозможно просто собственными силами его взять и запустить. Нужен авиаперевозчик, нужны компании, которые будут обеспечивать сервис, нужны компании, которые будут профессионально производить обслуживание пассажиров и так далее. И сегодня у нас есть целый план, возглавляет рабочую комиссию
руководитель областного совета Москаленко Виктория Викторовна, она взяла инициативу в свои руки, я замом ее являюсь в этой комиссии. Мы сегодня обратились к трудовому коллективу и уверили их в том, что задолженность по заработной плате, которая накопилась, в первую очередь будет погашена при привлечении инвестора. Это требование, пожелание основное. Вот. И когда мы подготовим, уже сегодня есть первый потенциальный инвестор, с ним меморандум подписан, компания, которая владеют граждане Евросоюза, этнически они турки, турецкие граждане, но сделавшие в своей жизни много аэропортов, имеющие аэродромную технику. Также к нам уже обратилась, благодаря открытости нашей, прозрачности, компания SkyOne из Объединенных Арабских Эмиратов, которая крупной хендлинговой компанией является. И мы сегодня с международными нашими подрядными потенциальными с партнерами осмечиваем ремонт, который необходим для взлетно-посадочной полосы, для здания аэровокзала, который обязательно необходимо провести для окончания сертификации. Наш аэропорт пока работает только для малой авиации, которая обслуживает газотранспортные сети, сельское хозяйство, аммиакопроводы и так далее. Он работает, он функционирует, аэропорт, но в таком пока малом режиме. Я уверен, что до конца года мы подготовим международного уровня конкурс для инвесторов, обратимся в депутатский корпус для того, чтобы получить полномочия, потому что без решения сессии это невозможно, это воля депутатов наших областных, которых мы избрали, 64 человека. Но я вижу, что все политические силы конструктивно настроены, и наш аэропорт, как международный аэропорт, как внутриукраинский аэропорт, а также как аэропорт для грузовых перевозок, которые осуществлялись, мы статистику специально поднимали, мы видим о том, что до 4 взлетов посадок было каждый день, 365 дней в году он загружен был, грузы возились из Африки, из Арабских Эмиратов, из Китая, из Турции и так далее, и так далее. И рейсы тоже бойко летали. Поэтому я вас уверяю, что мы все сделаем для того, чтобы наш Николаевский аэропорт не просто для Евровидения 2017, а для жителей Николаева и для области, для наших туристических гостей, для наших зарубежных партнеров, для инвесторов. И обязательно мы считаем большим приоритетом сделать открытое небо, не такое, как в некоторых городах, где частные аэропорты, дать возможность так называемым лоукостам, это компании, которые, знаете, как маршрутка с крыльями летают, можно за Европу за 20 евро полететь, например, таким образом из Харькова, из Львова и так далее. И нашим приоритетом является быть открытым для таких компаний. Они разные названия имеют, наиболее распространенное Wizz Air, ведем с ними тоже переговоры. И хочу вам сказать, что у нас с крупнейшим европейским оператором, в котором... Ну, он ярко, широко в Украине представлен и как раз имеет низкие социальные цены. Сейчас тоже ведутся активные переговоры. На следующей неделе, на четверг, у нас в Киеве, я поеду в командировку, если меня отпустит рабочая обстановка и Виктория Викторовна Москаленко, мы едем на официальные переговоры. Ну, то есть в Николаеве есть определенное преимущество, которое вы можете рассказать потенциальным инвесторам. А в чем они? Что хорошо в Николаеве? Я вам скажу. Во-первых, нам Бог дал прекрасное географическое расположение. Во-вторых, наш аэропорт находится в такой прекрасной зоне, в которой меньше ветров, меньше атмосферных осадков, меньше туманов, как во Львове, например. И у нас самое интересное то, что сама взлетно-посадочная полоса, она построена на гранитном основании, она является асфальтобетонной и для гражданской авиации наиболее грузоподъемная. Например, если бы нам одесский, принимать тяжелые самолеты. Мало того, мы с министром прошлым транспорта, который сейчас называется Министерство инфраструктуры, и с нынешним министром ведем переговоры о том, чтобы удовлетворить требования западных партнеров Украины, например, как Boeing, которые могут лететь в страну самолетами класса 747, это большие тяжелые самолеты, они бывают пассажирские, бывают грузовые, и они, когда летят в страну такую, как Украина, издалека, они находятся с визами пассажиры, находятся затаможенные грузы на Украину, и компании должны иметь возможность
посадки в дублирующий еще какой-то аэродром. Таким аэропортом был Донецк, мы его потеряли. Так вот сегодня тактико-технические характеристики Николаевского аэропорта международного наиболее подходят и отвечают этим требованиям. И позволяет длина полосы, даже такие большие самолеты, как Русланы, садить и Боинги 747. Просто необходимо сделать, как говорится, небольшой ремонт, небольшие в аэропортовских масштабах инвестиции. Вот. Они для бюджета в чистом виде неподъемные, для этого нужен инвестор. Но мы имеем возможность и даже на уровне международного партнерства уже именно на Николаевский международный аэропорт очень большие надежды. У Министерства транспорта и инфраструктуры в том числе. Ну хорошо, в Николаеве есть люди, представители определенной политической силы, которые говорят о том, что аэропорт нужно передать военным. А зачем? Ну, вы знаете, я официально с этими заявлениями так практически не сталкивался. Я понимаю, о чем и о ком вы говорите. Но мне кажется, что просто это обыкновенная ошибка. Люди не разобрались, люди не являются, видимо, до конца, как говорится, в том, что они предлагают специалистами. Я хочу сказать, что в Николаевской области, как ни в какой другой, есть два действующих военных не аэропорта, а аэродрома. Это, во-первых, Кульбакино, который имеет взлетно-посадочную полосу 3 километра 200 метров, это длиннее, чем аэропорт международный, который имеет ширину от 80 до 100 метров, а у нас только 44, который имеет взлетно-посадочную из бетона, что позволяет военным самолетам на форсаже взлетать и не приводить в негодность высокими температурами от своих двигателей взлетно-посадочную полосу. У нас, как для гражданской авиации, аэропорт сделан с асфальтной полосой. И если хоть несколько раз военные самолеты на форсаже взлетят, она просто сгорит. Это пожара небезопасно. И придет в негодность. Потому что верхнее покрытие выполнено из асфальта, которое держит в себе горящие материалы, содержит. И самое главное, аэропорт Николаев международный, он не имеет никакой инфраструктуры, которая бы могла военные самолеты с допусками, с специальным производством обслуживать. А вы знаете, что рядом с Кульбакино есть оборонное режимное предприятие, входящее в состав Укроборонпрома, которое ремонтирует и обслуживает НАРТ, обслуживает военные самолеты. Поэтому самолет он не может в воздухе обслуживаться, он должен приземлиться. Если он приземляется в международный аэропорт Николаев, он не может обслужиться. Точно так же у нас есть под Вознесенском, в непосредственной близости, военный аэродром для штурмовой авиации, чего нету во многих других областях. Итого у нас два аэродрома военных. Я не совсем разобрался, какой мотив подталкивал некоторых инициаторов еще и третий аэродром отдать, лишить область развития, лишить возможности гражданских перевозок, лишить возможности логистики и так далее. То есть мотивация непонятна, для чего военным передавать? Ну вы знаете, я официально обращался к господину министру обороны действующему, взял инициативу на себя как зам рабочей группе и получил ровно на 31 день, как положено в законе, ответ от главнокомандующего вооруженными силами авиационными Украины о том, что этот вопрос не рассматривается, в сферу интересов Министерства обороны это не входит, из чего я сделал выводы, что это просто чьи-то амбиции, чьи-то, наверное, пожелания, может освоить средства какие-то дополнительные Министерства обороны или Кабмина. Ну, мне это неизвестно, поэтому я не хочу домыслы свои как-то там широкой огласке придавать, но сегодня мы имеем официальный ответ о том, что такого интереса нет. Ну, будем надеяться, что действительно инвесторы настолько заинтересуются, что к концу года у нас есть звоночек. Да, говорите, вы в эфире, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемый Михаил Владимирович, меня зовут Наталья Ивановна, я проживаю в городе Николаеве, по улице Васляева, 49, квартира 22. Так, я прошу вашей помощи в установке газового счетчика на газовую плиту. Ввиду того, что у меня мама два инсульта перенесла, она является вдовой ветерана воинской службы. У нас 50% скидка на квартиру. Моя пенсия составляет 1200. Значит, я прошу помочь. Я обращалась в Николаев ГАЗ, значит, писала письменное заявление,
мне ответили совсем недавно о том, что Николаевгаз не может установить бесплатно этот счетчик, а счетчик будет установлен на весь дом. Я на стояке в этом доме без счетчика учета на газовой плите одна. Я прошу вашей помощи. Я обращалась к Александру, вернее, Дмитриевичу Березе в Ингульский. Значит, он попросил у меня, чтобы я написала заявление. Я заявление это оставила по заявлению решения. Наталья Ивановна, и у меня такое предложение. Наталья Ивановна. Я слушаю вас. Я записал о том, что вы на улице Васляева проживаете, но, к сожалению, не успел записать квартиру. Давайте не будем перед всей областью сейчас просто, ну, вот, время общее отнимать. Я вас очень прошу. Я же все равно не смогу сейчас в эфире взять документы о том, что ваша мама льготник и так далее. Несмотря на то, что этот вопрос не относится абсолютно в сфере моей компетенции, я всего-навсего заместитель областного совета, это представительский орган, который городом не занимается, занимается областными вопросами. Но вы позвонили, мы с вами очно уже знакомы, я хочу вам помочь, и я вас очень попрошу. Моя фамилия Соколов, зовут меня Михаил Владимирович. Я работаю первым замом областного совета. Будьте добры, копии, заверенные вашей подписью о том, что мама льготник, о том, что вы там прописку имеете, напишите по адресу Адмиральская, 22, в областной совет, на мою фамилию, и я немедленно включусь, обращусь и к мэру города, и к соответствующим службам. Тем более, сегодня я был на сессии городского совета. Я очень благодарен депутатам за еще некоторые решения, которые в наших с вами интересах были сделаны. В интересах коммунальных тарифов. Они еще приняли очень интересное решение по созданию коммунального предприятия по организации счетчиков. Ну, правда, в данном случае они принимали счетчики, которые и на входе, и на выходе в дома будут стоять по теплу. Но я думаю, что мы найдем общий язык. Это моя работа, помогать. Поэтому будьте добры, в письменном виде. Наталья Ивановна, спасибо вам за звонок. Да, пожалуйста, в письменном виде по адресу Адмиральская, 22, областной совет. Спасибо. Пожалуйста. Ну, раз уж мы заговорили о газовых счетчиках, и, в принципе, наверное, мы сейчас можем поговорить о тарифах с вами. Прежде чем мы это сделаем, я предлагаю посмотреть видеоматериал как раз вот с той сессии, о которой вы говорили. Сегодняшняя сессия, да? Да, сегодняшняя сессия. Я предлагаю посмотреть этот видеоматериал, а потом мы продолжим разговор. Депутати Миколаївської міської ради нарешті ухвалили питання про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік. За відповідне рішення проголосували всі 43 депутати, присутні в сесійній залі. 5 мільйонів гривень в зміненому бюджеті направлені на ремонт і 56 мільйонів на утримання доріг в Миколаєві. Адміністрації районів отримують додаткові гроші, які також вирішено витратити на дороги. Управління охорони здоров'я отримало гроші на капітальний ремонт своєї адміністративної будівлі. Управління культури займається капітальним ремонтом будинку культури у Великій Коренисі. Гроші дали і на ремонт павільйону-кафе з підвалом в дитячому містечку Казка. 2,5 мільйони гривень отримає департамент ЖКГ для завершення будівництва паркану навколо міського сміттєзвалища. Недобудований зал для фехтування в спортивному містечку в парку Перемоги отримує 2,5 мільйони гривень для завершення робіт. Крім того, понад 680 тисяч гривень будуть направлені на розробку проєкту довгоочікуваної комплексної схеми розміщення торгових кіосків і яток, без якого мерія не може навести лад з так званим Будкоградом. Затвердили депутати і план зонування території міста. Головний архітектор міста Миколаєва Анна Палєха пояснила, що план зонування пройшов всі встановлені законодавством узгодження і може бути затверджений сесією Миколаївської міської ради. В місті діє генеральний план, утверджений у 2009 році. Этот генплан на сегодня единственный действующий вид градостроительной документации, который действует на территории города Николаева. В соответствии этого же закона, без принятого зонинга, в городе не могут быть отведены, не могут отводиться земельные участки под новое строительство. Також Ганна Палєха пояснила, що генеральний план міста застарів. Багато речей, які були актуальні на 2009 рік, коли ставилися завдання за його розробку, в 2016-му не актуальні. Тож найближчим часом управління архітектури і містобудування має розробити новий генеральний план міста. Найбільш обговорюваним питанням стало введення мораторію на введення і дію підвищення цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги. Голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»
«Батьківщина» Михайло Соколов був першим, хто порушив це питання та був внесений як доповідач до порядку денного. Але представники одразу трьох фракцій в Миколаївській міській раді спрацювали на випередження. Давайте всі вместе об'єднімося і підтримаємо требування Кабінету міністрів України. Остановить повышение тарифов с 1 июля 2016 года, пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги, обязать энергопоставщиков устанавливать исключительно поквартирные приборы учета воды, тепла и газа. Мне очень приятно то, что тот вопрос, который вынесен, был на сессию на основании нашего письма, которое мы подали в прошлом месяце. Он был вынесен, и фактически ссылка депутатов и самопомощи, и нашего края на общение в согласительном совете, она полностью адресуется к нашему проекту решения. Был принят фактически наш проект решения и по сути, и по количеству пунктов. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич був проти подібного рішення, мовляв, дана заява не більш ніж популістська. За його словами, такі звернення несуть ризики, вони будуть провокувати у громадян думки, що подібне звернення може на щось вплинути. А у людей будуть накопичуватися борги. Це буде впливати на діяльність підприємств сфери житлово-комунального господарства. На думку мера, заяви про введення мораторію на підвищення тарифів є недоцільними, ненормальними і неефективними. Після тривалих дискусій депутати ухвалили рішення про те, що вартість комунальних послуг в місті слід переглянути на державному рівні і проголосували за звернення до Кабінету міністрів України. Михаил Владимирович, ну, собственно, прокомментируйте, пожалуйста, этот сюжет. И меня, собственно, интересуют полномочия местных депутатов. Могут ли они вводить мораторий на повышение тарифов? И могут ли они отменять какие-то решения НКРЕ Киева в этом вопросе? И почему мэр назвал популизмом? Вы знаете, ну, я скажу так. Вот в Америке, например, есть такая поправка к Конституции, которая позволяет хранить и носить огнестрельное оружие. Знаете для чего? Не для того, чтобы охотиться, не для того, чтобы им любоваться. А эта поправка, она именно адресована конституционно гражданам Америки, которые могут защищать свои права против власти, которая, против людей, которые во власти, злоупотребляют этой властью и несправедливо относятся с угрозой там, для жизни и так далее, могут применять это оружие. Вот сегодня, например, НКРЕ, это нашим маленьким является оружием у простых граждан, которое по закону, точно так же, как антимонопольный комитет, они являются таким, знаете, дамокловым мечом над монопольными поставщиками. Вот эту воду мы, например, для того, чтобы сейчас с вами выпить, мы могли купить дороже или дешевле в разном магазине или на оптовом складе, и будет этот стаканчик воды стоить 10 копеек или гривну. А если к вам в дом заходит одна газовая труба и больше нет никакой, то это природная монополия. И НКРЕ, так же как антимонопольный комитет, так же как другие органы государственной власти, кабинета министров, созданные Верховной Радой, они смотрят над тем, чтобы тарифы были исключительно прозрачными, исключительно обоснованными, чтобы в них не было спрятано никаких завышенных норм. Об этом говорит законодательство Украины, закон Украины, про цены и ценоутворение, закон Украины про природные монополии, статья 10 об этом говорит. Мало того, эти органы призваны сделать так, чтобы потребитель, который зависит от этой единой трубы, как сейчас женщина звонила Наталья Ивановна и очень переживает за то, чтобы лишнюю цену не платить. Я же понимаю, Наталья Ивановна с улицы Васляева переживает за то, чтобы 6879 гривен за каждую тысячу кубометров не пришлось ей платить за соседа. В то время, когда всегда эта цена была 720 гривен, 950, 1200. Что, в общем-то, тоже с ее пенсией в 1200 гривен. Ну, смотрите, она на плите уж точно израсходовала бы на сумму 30, 40, 50 гривен в месяц, а сегодня это может превратиться и в боль, и под 500, 700 гривен только с плиты может сгореть у вас при приготовки борща и так далее, и так далее. Поэтому, к сожалению, такой надзирающий орган, позволяющий сделать так, чтобы и потребитель был доволен, и не злоупотреблял свои монополии монополист, а это фактически олигархи, все собственники. Один Фертер сидит, задержанный собственник, в Вене прячется от правосудия. Других мы тоже всех знаем, список Forbes сейчас, если посмотреть, это все в их интересах делается.
Это война народа Украины с олигархами фактически происходит сегодня. И, к сожалению, эти госорганы, вместо того, чтобы аккуратную функцию надзора и контроля осуществлять, они необоснованнейшим образом сделали олигархам огромный подарок. Мы с вами потребляем, как граждане Украины, на отопление своего жилья и таких прекрасных помещений, как эта студия, всего вместе взятых 17 миллиардов кубометров газа. А добываем 19 миллиардов кубометров газа. И себестоимость добычи в районе 1000 гривен сейчас колеблется. Почему же мы должны вместе с Натальей Ивановной платить 6879 гривен? А почему мы должны? А потому что Гройсман и, кстати, блок Петра Порошенко сегодня не голосовал. Точно так же, как в Первомайске блок Петра Порошенко не голосовал. Точно так же, как в других местных органах самоврядования, ну, городских советов, областных, районных и так далее, которые политически кричащий вопрос ставят. Это же не просто Батьковщина стала модератором. Мы, когда получили несколько тысяч обращений от людей, то мы вынуждены были подать еще в прошлом месяце господину Сенкевичу вопрос на повестку дня, чтобы он был вынесен. Я прошу прощения, у нас есть звонок, давайте ответим, а потом продолжим. Да, здравствуйте, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Я живу в городке Северный. Фамилия моя Бондарь Татьяна Михайловна. Я уже пенсионер. Меня интересует такой вопрос. Дома строят и строят и строят на Северном. Но ни школы, ни садика. Это все примитивное. Дети спят на кроватях в 3 яруса. Школа маленькая. Когда выпал снег, дороги не чистятся. И дети по 2-3 недели не ездят в школы. Ни в 32-ю, ни в 51-ю. Вот меня интересует, семьи молодые на Северном, детей много, слава Богу, что эти деточки есть. Но нету ни садика, ни школы, ни амбулатории. Татьяна Михайловна, я могу, если вы позволите, ответить на вопрос вам? Да, пожалуйста. Есть закон Украины про планування території, про забудову та планування території. Этим законом предусмотрено не давать разрешения на строительство жилья, пока не будет принят городской закон про зонирование и не определена эта зона для школы, это для детского садика, это для больницы. И тогда по нормам определенное количество домов можно строить. Вот у нас в Николаеве до 2009 года действовал такой закон. Но сегодня этот закон, он устарел. И вы правы абсолютно. Застраиваются целые микрорайоны, целые массивы. И новых домов, слава Богу, возникает немало. Поэтому именно сегодня на сессии городского совета новый архитектор города, которую в результате конкурса в Киеве нашли и пригласили на работу, мне кажется, прекрасный профессиональный человек. Она вместе с институтом, имеющим лицензию на проектирование городов Дипро-Гипроград, он находится в Киеве, наконец-то разработали по заказу городского совета планирование и зонирование территории. И теперь новая застройка после принятия, а большинство депутатов сегодня приняли это решение. Теперь новая застройка возможна только в том случае, если эти нормы будут удовлетворены. И я вам хочу сказать, что Николаев достаточно с точки зрения бюджета богатый город, в отличие от области. Область скромно себя чувствует. И в Николаеве достаточно средств и возможностей для того, чтобы развивать амбулатории, больницы, детские садики, школы. Ну, я думаю, скоро приблизится бюджет развития к миллиарду. Сегодня уже далеко за 500 000 он переплюнул в связи с перевыполнением плана бюджетных платежей. Поэтому я понимаю, что завтра это не появится, но послезавтра теперь обязательно появится. Потому что ни один застройщик не сможет получить разрешение, пока законная норма про планирование и зонирование территории не будут удовлетворены с точки зрения социальных потребностей нас, жителей города. Все, спасибо за ответ. Надеюсь, это сегодня произошло на сессии горсовета. Вот очень такой важный день, я считаю. Спасибо за ответ. Давайте вернемся к тарифам. Почему, из чего складывается такая цена, если вы говорите о том, что... О, это хороший вопрос, да. Скажите, отвечайте. Смотрите, в
том-то все и дело. В законе так и написано, что НКРЕ, ну, Кабмин в лице НКРЕ и антимонопольный комитет, они должны знать, из чего складывается. И должны обществу и потребителю показывать. По молекулам, по копейкам разложенную составляющую. Сегодня совершенно очевидно, что просто цена умножена в несколько раз. Вот посмотрите, например, тарифы. Ну, вот откуда они могли вырасти, даже доллар так не вырос. 4,8 раза. В среднем тарифы, например, на горячую воду в Украине. С 15 гривен за метр кубический до 76, это официальные статистические данные. Цена на украинский газ, нам не нужен ни один кубометр российского газа для того, чтобы мы с вами отапливали свое жилье, для того, чтобы мы у себя на плитах готовили борщ, чай и все остальное прочее. Мы можем, нам достаточно украинского газа, ведь в Конституции написано, все полезные ископаемые принадлежат всем нам в равных частях. И у нас этого газа достаточно, в Полтаве добывается, в Западной Украине, там, и Шебелин, и так далее, и так далее, Харьковская область. Но, к сожалению, почему-то вдруг цена была умножена в несколько раз. Именно поэтому Киевский совет, Житомирский, Львовский, сегодня Николаевский городской совет, я благодарю всех депутатов, которые проголосовали, кроме блока Петра Порошенко, Первомайский городской совет, некоторые даже по просьбе БПП вышли из зала, но все равно хватило голосов, настолько понимают ответственность и важность этого вопроса. Мало того, я вам хочу сказать, в решении есть еще один пункт, обратиться не только в кабинет министров, но еще обратиться в суд против НКРЕ от имени интересов граждан. Вот мне так оговорка Крысенко Олега Викторовича, он так интересно, он как, видимо, бывший член партии регионов, он все-таки очень любит власть на подсознательном уровне. Сейчас из партии регионов наш край перешел на здоровье и так далее. Он говорит, поддержать Кабмин. Не поддержать, а требовать от них ввести мораторий на их нелепое решение, необоснованное решение. И таким образом, я уверен, что мы сплотили всех потребителей всей Украины. Киев получил серьезнейший сигнал, в том числе от нашей области, от нашего города. И я уверен, что если мы не добьемся этого решения в Кабмине, если вдруг не хватит голосов в Верховной Раде, то мы добьемся в суде моратория и возврата к старым ценам. Потому что те цены, которые сейчас есть, они, может быть, для Европы были бы и хороши, хотя от нас Европа их не ждет и не просила, и МВФ не просила. Это хитрость Кабмина, это непорядочность со стороны Кабмина. Спасибо, у нас есть еще звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Значит, у меня такой вопрос. Вот почему-то депутаты и Верховной Рады, и местные говорят о снижении цены на газ. Цена пускай остается, пускай олигархи и высокооплачиваемые платят. Нужно, но пересмотреть нормы расхода на человека. Потому что человек, один человек, 7 кубов в месяц, чтобы сварить борщ и согреть чай, он этого не тратит. Вот в этом вся основная причина. Спасибо, вы правы абсолютно, нормы завышены. У нас в Николаеве, например, из 2000 жилых домов, около 1000 домов имеют счетчики на тепло, и поэтому тарифы у тех, кто имеют счетчики центрально установленные, они почти в два раза ниже. Это о чем говорит? Именно подтверждает вашу правоту. Именно говорит о том, что нормы завышены. Мы даже когда-то сравнивали нормы в Николаеве, сопоставимы с Якутией, хотя мы никогда таких морозов не видели, такой длинной зимы до июня включительно. Но я с вами не совсем согласен. Дело в том, что если Украина имеет свой газ, если цена на этот газ 1000 гривен, почему мы с вами должны платить 7000, я не понимаю. И нормы нужно приводить в соответствие, учитывать потери и бороться за понижение потерь на магистралях и тепловых потерь в домах. Но также нужно добиваться справедливой цены на газ. Той цены, которую сегодня мы в состоянии из своего кошелька и своей потребительской корзины обеспечить. Спасибо вам за звонок.
Ну, если уж говорить о нормах потребления, сейчас много говорят и в средствах массовой информации, в том числе о том, чтобы устанавливать счетчики. Но, опять-таки, Николаев Газ говорит о общедомовом счетчике, а люди, естественно, хотят поквартирное. Почему Николаев Газ так лоббирует интересы вот этого домового, общедомового счетчика? Ну, наверное, я понимаю, как потребитель, почему мне невыгодно, почему Николаев Газ на этом так настаивает. Именно потому, что НКРЕ, именно потому, что антимонопольный комитет не работают. Они сегодня являются слугами у олигархов, слугами у поставщиков тарифов. Ведь нет уже человека, Облгаз, например, или Горгаз. Это же уже зачастую приватизированные организации, принадлежащие известным абсолютно лицам в первом десятке Forbes Украины, самых богатых людей. И, конечно, им не выгодно, чтобы вы платили тариф справедливый. Им выгодно, чтобы вы платили завышенный тариф. Им выгодно, чтобы вы платили саму сумму за газ большую. Им выгодно, чтобы все это было размыто и так далее. Сегодня в городском совете и в областном совете есть программа, по инициативе депутатов, чтобы все-таки счетчики были индивидуальные, чтобы счетчики были не только, например, тепловые, если речь идет о тепловых, которые считают входящие калории, но считают уходящие калории, потому что цена состоит из разницы. Даже если вода ушла достаточно прохладная или остывшая, то все равно внутри нее еще очень много калорий находится. И когда она придет по обратке в котельную, ее не нужно будет уже нагревать с нуля или там с 5 градусов. Ее нужно будет нагревать с температуры 30 градусов до 60 или до 80. В два раза меньше газа тратить на это. Поэтому сегодня есть такие программы. Сегодня необходимо это делать. Мы должны понимать, что мы потребители. В некоторых индивидуальных случаях, если это касается частных домов и так далее, приходится за свой счет это делать. Мы же понимаем, что газ это товар, вода это товар, и за них нужно платить, но мы хотим платить и честную цену, и справедливо взвешенную. Мы же не любим, когда нас обвешивают в магазине или на базаре, покупая килограмм сахара, а там 800 грамм оказывается. А в случае с коммунальными тарифами, на килограмм сахара в лучшем случае 500 грамм нам отвешивают за наши деньги, которые мы зарабатываем и платим потом. Поэтому сегодня городской совет такое решение принял. Инициативу попытались, конечно же, перехватить другие политические силы. Причем это так как-то они сделали. Каждый выступил. Ну, мы не против, на здоровье. Слава Богу, что все равно мы в этом вопросе вместе. Вместе с народом Украины, вместе с потребителями, вместе с гражданами. И я уверен, что если бы мы в июле месяце не обратились, то в городской совет официально с письмом, подтверждающим то, что жители просят очень, то, наверное, на этой сессии бы могло не дойти время, не дойти и так далее. Потому что я неоднократно с комиссиями говорил, с мэром города, и говорил, смотрите, вы не вправе отказаться. Мы тогда будем обращаться к четвертой власти в Украине, к прессе, будем говорить о том, что Батьковщина вместе с жителями города такую инициативу выносит, наложить мораторий. И эта инициатива не поддерживается. Поэтому они вынуждены были, как говорится, тоже внести правки, корректировки. Побоялись обращаться к президенту, конечно, депутаты городские. Побоялись обращаться в Верховную Раду, обратились только в Кабмин. Вот. Ну, хоть, слава Богу, в Кабмин не побоялись. Слава Богу, не побоялись в суд обратиться на НКРЕ. Поэтому мы сейчас дальше будем этот процесс поддерживать, лоббировать, отстаивать. На уровне нашей фракции Верховной Ради и руководителя Тимошенко Юлии Владимировны, я уверен, что мы добьемся все-таки справедливых тарифов. Хорошо, а вот вы говорите, депутаты побоялись обратиться к президенту, к премьер-министру, а областные депутаты готовы это сделать? Как вы считаете? Смотрите, у нас один и тот же законопроект. Дело в том, что только шапочка меняется. Законопроект, который мы передали со своим письмом депутатам городского совета, и законопроект, который мы передали в областную раду, тоже в июле месяце, вот, он включает в себя обращение к Верховной Раде, к Кабмину, Национальной комиссии, президенту и так далее, и так далее. Вот, количество пунктов оставили, объем оставили, но некоторые важные очень государственные законотворческие органы, городские депутаты исключили. Но мне кажется, все равно эта суть глобально не поменяла. Они подчеркнули методом голосования, что это для них значимо. Прощения, еще я один вижу звонок. Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Александр Николаев. Вопрос к судьи, будем так говорить. Вот мы все вопросы решаем на уровне города, вопросы стоимость газа, тарифы и так далее. Почему мы никак не обратим внимание на область? Все-таки мы и вы представитель, первый заместитель главы Рады. Почему, допустим, и Виктория, и вы не обратите внимание на область? У меня родители живут далеко, понятно, в области. Но им же тоже есть какие-то вопросы, нюансы, именно связанные и с газом, и с доставкой газа, и с баллоном, и все такое. Спасибо за звонок. Вы правы абсолютно. Вопросы просто задавали больше жители города. Я вижу, что сегодня вечером телеканал Николаев больше смотрят жители города. И сегодня сессия прошла городская. Вот, поэтому касалось. Вы правы абсолютно. Мы в области, во всех районных советах, во всех городах, а у нас их немало, проводим подобные решения. Это инициатива Батьковщины, не облсовета, это областной парторганизации Батьковщина. Что касается, например, газа в баллонах, то я, например, был автором закона, когда служил народным депутатом с 7 по 12 год. И облгазы, знаете, как хитрят. Есть у нас, например, целый ряд льготных категорий населения. Вот дети войны, в частности, они имеют 25% скидку на поставку газа. И вот газ скрапленный, а это значит газ сжиженный в баллонах, почему-то облгазы исключали из этой 25% скидки для детей войны. Я закон целый писал, партия регионов меня, естественно, не поддерживала вместе с коммунистами почему-то и так далее, и так далее. Поэтому сегодня все те вызовы, которые есть, в первую очередь занимается областная рада. Сегодня Виктория Москаленко по области много вопросов передвигаясь решает. Завтра я, например, в Арбузинке буду в командировке на сессии, в которой идет большой спор между родителями и администрацией, которая там от Карнацкого досталась. Значит, по закрытию школ, закрытию больниц и так далее, и так далее. В 10 утра у нас там будет сессия. Мало того, например, Арбузинка наполовину не газифицирована. Арбузинка попадает в 30-километровую зону, законом предусмотренную, по защите от воздействия атомных станций. И тоже там не все вопросы решены, хотя наша область каждый год получает более 20 миллионов гривен дополнительно защищенных средств именно на эти 30-километровые зоны, территории. Поэтому область для нас является основным приоритетом, мы ей занимаемся, и мы из-за этого не очередную сессию смогли собрать 2 недели назад. Всех депутатов отозвали из Очакова, там, с моря, с пляжа, с детей, внуками, попросили собраться для того, чтобы проголосовать, и мы проголосовали, так называемое софинансирование к тем деньгам, которые выделил бюджет нам 250 миллионов гривен на восстановление строительства дорог в Николаевской области и потребовали 10% выделить из бюджета области. Для нас это огромные деньги, там почти 30 миллионов. Вот. Но мы нашли возможность, и все депутаты ответственно к этому очень подошли, за что я благодарен всем активным и депутатскому корпусу всех политических сил. Поэтому мы работаем, и я благодарен за то, что вы следите, журналисты за нами следят внимательно и помогают нам обращать внимание на ті проблеми, які поки що не вирішені. Ну що ж, на цьому ми вимушені поставити крапку, тому що так сталося, наша година закінчилась, наш час вичерпано. Я дякую вам за відповіді, дякую за те, що поспілкувалися зі мною, з глядачами. Приходьте ще, будемо розмовляти. Спасибо за приглашення, мені завжди приємно в вашій студії спілкуватися з телезрителями і з вами.